Баскетбол – это вторая работа, которая вместо денег приносит мне удовольствие. Да, это наркотик по жизни, который будоражит меня и закаляет во мне характер. Это лекарство от плохого настроения и от всех недугов. Это мой лучший друг, которого я жду, с которым я жду постоянно встречи. Перед каждой игрой я ощущаю особое чувство, да, испытываю особое чувство. Это переживание, это в то же время уверенность. Да. И моя команда перед каждой игрой говорит всегда мне одно. Макс, пожалуйста, забивай из-под кольца с первого раза. На что я им всегда отвечаю, парни, не парьтесь, не забью с первого, получится, подберу, получится со второго. Моя команда – это не просто группа людей, да, по общим интересам. Это общий какой-то один большой механизм, да, который может быть не совсем идеален, ведь каждый из нас не отличается от других какими-то физическими данными. Да, но при этом среди нас существует сильный командный дух, который движет нами, который заставляет нас на площадке выкладываться на все 100. Аматорская баскетбольная лига предлагает нам турниры, в которых каждый из нас может почувствовать себя настоящим спортсменом и победителем. Здесь, в принципе, нет проигравших в этой лиге. Да? Почему? Потому что каждый из нас ждет с нетерпением выходного дня для того, чтобы снять костюм, одеть баскетбольную форму и просто выйти, сделать любимую работу, а именно играть в баскетбол.